Вообще, по идее, этому эфире обычно Twitch просирается уже за такое сразу. Ну, я надеюсь, сейчас нам сообщат о готовности о работе. Блин, у меня, кстати, впервые проблема, у меня слишком много глиммера. У меня аж 25 тысяч наконец-то. Я такого не помню с года. Хочется сказать, года с 2014. Выпало. Пока разбирал, кстати, выпало довольно. Слушай, мне выпала, кстати, неплохая легендарка. Нет, она плохая, я ее разберу. Разберу. Так, ответа от чатика пока нет. Я говорю, по идее, мы в эфире. Если что, я сейчас побыстрю. Тоже свой запустила. Так. Я сейчас просто пытаюсь понять, работает ли стрим у меня. Ну отлично, короче. Он, походу, слетел сейчас один раз, но вот запустился. Нет, он не запустился. Он у меня не запустился. Сейчас я его перезапущу. Здравствуй, Джон. Не поздоровался. Здоров. Сейчас у нас будет сейчас официальное приветствие, куда же без него. Так. Секунду. Так, сейчас я, кстати, к тебе подконнекшусь. Так. Так. И... Так, все, по идее, сейчас опять заработали мы в эфире, по идее, сейчас оно должно стартануть. Я жду ответа от чатика, нашего любимого незабываемого чатика. Гош, когда будешь готов, цепляйся к нам. Давайте, сейчас я здесь говорю, проверяю. Так. Да, вот все, да, привет, ура, да, ребята, мы в эфире, извините за небольшую задержку, у нас, к несчастью, произошли изменения в составе в самый последний момент из-за задержек, и вот сейчас мы наконец-то стартуем. Вот так, я ж себя слышу. Так, я сейчас цепляюсь к ребятам, и мы всех официально поприветствуем, потому что, говорю, сегодня у нас опять известные личности в комьюнити. Даже совсем не безызвестно. И я пытаюсь вас найти в своем френд-листе. Лопин, вышли, а ему инвайт, чтобы... Все хорошо, я с вами, я уже с вами. Так вот, сегодня у нас необычный стрим, сегодня у нас не будет Холмса. У меня 1% батареи на ноутбуке, одну секунду. Так, все. Сори, у меня ноутбук прям сел в прямом эфире. Сегодня у нас очень важное изменение в нашем составе. Холмс сегодня празднует свое день рождения, день рождения мамы одновременно, поэтому Холмс сегодня не смог. Да. Сегодня... Ну не то, что не смог, а ура, что дыры. Ура, что дыры, да. Но ура, что не смог, потому что сегодня вместо него к нам любезно согласилась прийти Фариза, наша любимая Фариза из комьюнити ТГ, которая уже, слушай, ты в Destiny комьюнити уже хрен знает сколько времени, ты всегда где-то рядом, всегда нас поддерживал, выручал, вообще ты очень классная и крутая, и спасибо, что согласилась сегодня с нами поиграть. Пожалуйста. Да, и сегодня с нами любезно, скажем так, экстренно пришедший на замену Джон Лопин. Джонни, ты вообще в представлении не нуждаешься, ты с нами закрывал уже хрен знает сколько осирисов каждую неделю. Ты вообще лучший шотганщик во вселенной, даже во всех параллельных вселенных. И мы тебя, знаешь, что вытащили так вообще непонятно откуда, и вот ты к нам пришел. За что тебе большое спасибо, и говорю, зрители, поприветствуйте Джонни. Здорово, ребят, чё как? И сейчас мы победно идем на Осирис. Если вам не трудно, вы можете нас закинуть на риф, потому что у меня не куплены бафы. Кстати, да, я его не поменяла. Отлично, отлично. Сейчас мы полетим на риф и будем играть в Осирис. Вот у нас уже да, Лобник спрашивает. Всем привет, пропустил прошлый стрим, извините, сходили на Дэдпул, оценили. А на Дэдпул мы сходили... Даже Фариза вообще. Джонни, ты сходил там на... Да, да, сходил. Я подготовился. Отлично. Все, ты подготовился. Да, отлично. Да, причем мы с Фаризой пошли в один день, но в разные кинотеатры, знаешь, мы так с тобой синхронизировались. Mm-hmm. И наконец-то мы можем теперь со спойлерами обсуждать Дэдпула.
И большая новость, вот мы несколько стримов назад ругали, что вот Дэдпула не будет в русской озвучке, и вуаля, с 26 февраля она будет выделена в кинотеатрах в Москве и по всей России. В английской озвучке с русскими субтитрами. Вот так вот, короче, заставили нас заплатить два раза за фильм. Спасибо большое. Прям гениальный, гениальный ход прокатчиков. Вы-то, кстати, сами, Фариза, Джон, как вам с Дэдпул? Понравился ли он вам? Было минимум два тибэга, мне понравилось. Два тибэга. Это, кстати, где? Ты, знаешь, подожди. Я читала тибэги. Один в начале фильма, другой в конце фильма. Ага. Геморрой. То есть, короче, сколько ты ставишь этому фильму тибэгов из 10? Два тибэга из 10. Два тибэга. Слушай, ну это как-то низко не находишь. Может быть, два тибэга из двух там, чтобы хоть как-то... Не, ну так-то... Как сказал Илья Железнов из All Stars of Die, это не жанровое откровение и серии там как Безумный Макс, ну, посмеяться можно, нормально расслабиться так. Классика жанра, короче, марвеловская. Вчера, кстати, мы обсуждали тоже там с друзьями Дэдпула, и у нас возник такой вопрос. Я постоянно слышу фразу, как там... Чимичанг или что-то в этом духе, я не знал, что это. Некоторые, люди, которые смотрели Дэдпул, мне такие, ой, типа, слишком мало там шуток про Чимичанку, там это. Я такой. Это секс с обезьяной или как-то вроде того, не помню. Это не секс с обезьяной, это шаурма. Да ладно. Это шаурма, это она так называется по-английски. То есть они не стали просто писать шварма. Они именно, именно чимичанка, и вот мы сегодня с Кариной, когда еще смотрели «It's Always Sunny in Philadelphia», там как раз один из героев сериала ел чимичанку, и мы такие... То есть, типа, знаете, вечер откровений. Поэтому, говорю, очень-очень сильно удивились. Это, оказывается, такая локальная шутка, видимо, для тех, кто знает, но чимичанка из Дэдпула — это шаурма. Они специально, видимо, не стали воровать идею у... Вы поняли, у первых Мстителей, когда они в конце бонусной сцены ели шаурму. Такая, может, это такая осторожная отсылочка, хотя кто там сказал, что они осторожны в своих этих действиях в фильме? Ну, смотри, они же очень смеялись, что, мол, у фильма такой низкий бюджет, и его снимает вообще немного другая студия, не сами Marvel, и, мол, никто из больших там актеров марвелских не пришел. И вот они тут сказали, что, мол, типа, сори, у нас тут сиквел будет за много-много денег. Вообще мы собрали много-много денег, и все ваши любимые герои обязательно будут сиквели. А потом я там немножко другую информацию услышал. Там бюджет фильма, насколько я помню, где-то от 50 до 60 лямов. 58 миллионов, да. Да-да-да. И режиссер сказал, что они не будут делать, ну, раздутый бюджет специально, потому что Дэдпула это не поет, допустим, если как у Мстителя вторых там будет остров на землю падать. Вы готовы? Да, мы готовы, запускайте. Очень студия волновалась из-за того, что, как сказать, фильм с рейтингом R, такие фильмы собирают, как правило, очень мало, потому что, ой, это же фантастика, о, где что. И фильм внезапно просто бьет все рекорды R-фильмов, причем как фильмы, которые выходили в феврале, то есть фильм, чтобы вы понимали, на открытии стал более кассовым, чем, простите, бафы, чем, прости господи, 50 оттенков серого. Другая с матом. Ну, на стриме 18+, но можно. Чем 50 оттенков серого и собрал вообще, то есть, ну, побил все рекорды, говорю, фильмов с рейтингом R, он стал популярнее даже, чем Матрица на открытии. Это прям... Все, купили бафы купили. Да, бафы купили и поехали. Вот она по Bear From Russia пишет Blind Fast, что у сиквела будет меньше бюджет. Ну, вряд ли он будет меньше, но я думаю, они уж развернутся и постараются как надо. Ну, не то чтобы меньше, но как минимум такой же будет. Да, ну то есть они выбрали очень правильный формат, они провели совершенно шикарную смелую пиар-компанию, я считаю, и теперь окупаются сполна. Ну, смело это мягко сказано, а Дэдпул был везде, вот буквально. Все о нем говорили. Да. Знаешь, смело в том плане, что они не постеснялись, скажем так, добавить немного самоиронии и шутки там про массирование яичек, мамку и так далее. Как бы это было вообще отлично. Причем, чтобы никого не обидеть, сперва была реклама про массирование яичек, а потом про массирование груди для женщин. То есть никто не был задет вообще. А трансгендеры даже в выигрыше, у них есть и то, и то. Так что, блин, это будет, конечно, ужасно, но я думаю, они таргетированно попали в аудиторию.
В общем, я когда на фильм шел, ожидал меньшего, по сути. Но он не разочаровался. А, Джонни, как ты вообще относишься к фильму Marvel? Да, слушай, хорошо, я практически все посмотрел, знаю там персонажей, можешь меня, в То есть ты принципе... один из этих, да? Один из... Нет, не из этих, но Один из тех. из тех, окей, окей. Нам уже врагов подконнектило. Нам уже врагов подконнектило. Все, я как раз кинул анонсик на стрим в Твиттер. Сарафановое, вот пишет, Сарафановое радио сделало свое дело. Сарафановое радио сделало свое дело вообще отлично, говорю, и очень хитро перезапустить фильм второй раз с русским тем же актером, да. Сказочкой России, да. Всем добрый вечер, удачного Василиса. Толик, большое тебе спасибо. Это первый флоулес у Фаризы будет? Фариз, сколько у тебя было флоулесов? Меня любезно... Точнее, ну как, у меня один флоулес. Был в августе. У тебя один флоулес. Я... Да, я просто в основном хожу практиковаться, мне пока... То есть ты так называешь? Практиковаться? Да. Нет, я на самом деле принципиально с сильными командами не хожу, мне нужно учиться. А сильными командами ты ничего не учишься. Так, я тут сейчас, к несчастью, извините, вообще, пока тут мы разговаривали, забыл перекинуть все на нужные пушечки. Все шикарно, бегу. Так, у меня еще очень мало лайта, очень мало лайта. Так, все, моя 1000 ярдов. Я тут пока... Так, я все, я перекинул все пушки и... Ну, я... не торопись, не торопись. Да. Не-не, я морально готов. Беги! Все, у меня теперь 318. Ребята, бой. Очень-очень-очень сори, я сейчас говорю, я подвел всю команду. Всем добрый вечер, удачного Василиса. Вот вам еще желаю добрый вечер. Заряжаю всех дико на дроп вашей мечты. Блин, зарядите мне на шлем кто-нибудь. Кто... Так, они все пошли налево. Я все иду слева. Справа. Ох ты, как неудачно мне присел сбил. Угу. Ну, короче... Все хорошо. Так, один есть, там двое захоцаны. Так, или двое еще закоцаны. Давай резай, пока я... Фариза еще один есть. Труп есть. Оу-хо-хоу! Фариза, мы с тобой сделали сейчас синхронный килл. Это было великолепно. Кадишот, это не круто. Великолепно. Гоша тоже крикнул брикет, ночной кошмар Банжи. Блин, я брикет, чтобы только патроны откопить. Я знаете, как это не мое, мне подбросили. Так, опять идем налево, смотрим, что у нас. Они, мне хотят кажется, налево. Лучше... Так, он, кстати, идут... с ослеплялкой. Один горит. Ага. Меня ослепили. Так, где с они? С трех челленджей ни одного шлема, вот опять ни одного шлема, поздравьте меня. Так, один, они двое на моем аксе, палят с другой стороны. Они вообще палят через окошко, да-да-да, Джонни, у тебя. На мне, на С. Джоник себе один. Да. Шикарно. Джоник красавец. И еще один на Джона. Оу, ну он сейчас... Ну, я в долгу не остался. В долгу не остался, ты повесил красивейшую грену. Кстати, блин, ты умеешь что это делать, конечно. Умеешь правильно вешать гренки. Так, ладненько. Заходим к ним опять. Так, гоу. Так, аккуратно. Я спалю лево, кидаю гренку, смотрим. Через центр идет. Так, ну мы здесь обменялись гренками, я его пока был слеп, убил. Так, они там, кажется, еще одного своего сейчас собираются поднять. Да ладно, ты не сдох его. Отлично, горит. Помогите. Фраза «Лопин, встречай», это значит... Да, Лопин, бежим спасать. Фариза там разобралась как мужчина. Фарис, капец, у меня руки аж трясутся, ужас. Руки трясутся? Слушай, какая разница, знаешь, как я нервничаю? Фарис, давай так скажу. Ты, вот из всех девушек, с которыми я играл в PvP, ты самая сильная. Поэтому у тебя нет другого выбора, кроме как сейчас себя оправдывать и доказывать. Под этим грязным мужским проституторам, которые не уважают никого. Окей. Так. Джонни там разбирается на другом респауне, я так понимаю, мы да, берем да, с тобой да. Хэви. Ага, все, мы берем хэви, идем к тебе, Джонни. Давайте, берите, потому что...